Всем привет очередной раз из метро. Когда вы находитесь в Алании, конечно же, домой нужно повезти халву, друзья. Причем халву не обычную, а халву из тахиновую. Тахиновая халва, она есть, конечно, и в наших странах. Можете загуглить, почитать, насколько она полезнее обычной халвы. И смотрите, тахиновая халва, здесь ее практически вся тахиновая. И очень большой ассортимент, маленький, вот такие вот по 9 лир. Побольше вот такие вот по 16 лир. Халва очень разная, плюс изделия из халвы вот такие вот. Кому на подарочки, это все просто супер. В Турции она очень вкусная. Смотрите, вот тахиновая халва. В таких вот пластиковых емкостях. Вот такие вот шарики красивые. Смотрите, какая она подарочки. Вот такие баночки, вот такие пачечки. Обязательно берите халву. Халва в Турции, конечно же, вкуснее, чем в России, в Украине, в любой нашей стране. В метро ее большой выбор, подчеркиваю. То есть приходите сюда и берите то, что вам приглянулось.